Доброе утро, наставником Барселоны. Как тебя зовут? Ильза. Из какого клуба ты к нам перешел? Из Истры. Да я шучу из Истры. Слушай, ну неплохо, неплохо. Вы тут малыши подлавливаете, да? Как проходит вообще наша рыбалка? Ну, сначала не очень. Сначала не очень? Мой вот отец почти целый день трудился, но мы поймали рыбу. Отец трудился, мы ловили, да? Ну да. Ну что ж, рыбалка продолжается. Давайте хорошего отдыха. Спасибо.